На прямой эфир с главой Ленинского района жители обращаются с наболевшими проблемами. Так, 19 августа на горячую линию главы поступили вопросы, касающиеся благоустройства придомовых территорий по улице Советской, дом 30, и по проспекту Ленинского комсомола, дом 38. По этим адресам и отправилась наша съемочная группа. О состоянии дворов и о том, когда они будут приведены в порядок, в нашем следующем сюжете. Благоустроенный двор, оснащенные детские площадки, дороги в хорошем состоянии. Так выглядят лишь некоторые придомовые территории нашего города. Остальным жителям в разных уголках Видного пока остается только мечтать об этом. Насколько же их мечты осуществимы? К примеру, территория возле дома 38 по проспекту Ленинского комсомола в этом году так и останется прежней. В администрации города объясняют, что бюджета на обустройство сразу всех дворов не хватает. Но данный адрес вошел в программу по комплексному благоустройству придомовых территорий и будет учтен в работе в следующем году. Существует адресный перечень, по которому в 2015-2016 годах будут произведены работы. Все наказы избирателей, соответственно, в администрации имеются. И по данному адресу, ну, где-то в 2015 году будут произведены работы. Да, дворовые территории ужасные. Давно, наверное, даже с постройки дома там никто ничего не делал. Все нужно приводить в соответствие. Ну, в общем-то, чем мы и занимаемся. Много вопросов у проживающих в доме 30 по Советской улице. Дорога разбита, ездить невозможно. Едут машины и обдают людей грязью. Детская площадка там маленькая, не то не для нашего дома. У нашего дома вообще ничего нету. К радости жильцов, совсем скоро ситуация улучшится. Проведен аукцион, контракт в ближайшее время будет заключен, и подрядчики выйдут на работы по ремонту проезда, ремонту тротуара и устройству парковочного кармана. Проведенные работы облегчат транспортную доступность. Автовладельцы смогут беспрепятственно проезжать по проезду, а также припарковывать машины в специально отведенных местах. Для удобства пешеходов здесь будут установлены дорожные столбики, чтобы исключить парковку на тротуарах. Из других нерешенных проблем. Сейчас уже трудно представить двор без детской площадки, но глядя на эту территорию возле 30-го дома, и представлять ничего не надо. Очень много детей гуляет. Хотелось бы, чтобы вот у детей было место, где они могли бы поиграть, погулять. Соответственно, нам, мамам, где можно было выйти, как бы тоже погулять в благоустроенном месте. Горожане вынуждены пользоваться площадками на других улицах. В настоящее время обновляют близлежащую площадку по адресу ПЛК 7072. Ранее детская площадка была и за 30-м домом. В ближайшей доступности от дома 30 площадочка находилась за домом 30, между 34 корпус 1. Мы ее демонтировали, так как весной данного года текущего совместно с Аднадзором нам было выписано предписание по ремонту данной детской площадки. А так как эта площадка была бесхозяйной и стоимость ремонта превышала установку новой, по распоряжению главы городского поселения Видное формы были демонтированы. Новая взамен старой площадки появится здесь уже в следующем году. Последний ремонт пешеходной дорожки по улице Советская напротив института осуществлялся около 5 лет назад. За это время и под влиянием перепада температур брусчатка пришла в негодность. Теперь это создает неудобства для пешеходов. Администрации предприняты определенные меры реагирования. В ближайшее время будет проведен аукцион, и брусчатка как на этой дорожке, так и еще в некоторых местах, в том числе и на Тимовском пруде, будет отремонтировано до Дня города. Все вопросы стоят на контроле у администрации города. Как хорошо, что часть из них удастся закрыть уже в ближайшее время. Лариса Вольнова и я, Адамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.